Друзья, всем привет! К нам поступила икорка кижуча, свежайшая. Кижуч самый последний идет на нерест, поэтому все его долго ждут. Друзья, икра кижуча является самой полезной икрой среди лососевых. В ней больше всего витаминов. Посмотрим, какая красотень. Посмотрите, какое зерно, какой цвет. По соли идеально. Икорка прилетела прямиком с Камчатки.